90-летие сегодня отмечает герой социалистического труда, кавалер ордена Ленина, заслуженный строитель РСФСР Михаил Семенович Сергеев. Михаил Сергеев навсегда связал свою судьбу со строительным комплексом Якутии и сегодня является одним из самых известных строителей в республике. При участии Михаила Сергеева построено здание правительства республики, русский театр, школа искусств, якутсгеология, многие образовательные и социальные объекты республики. Его ученики стали участниками строительства БАМ. Сегодня поздравить юбиляра собрались его друзья, родственники, земляки, руководители ведомств. Также поступили поздравления от главы республики и президента страны Владимира Путина. Этот человек – это соль нашей земли. Вот на таких людях вообще держится наша земля. Он, может быть, не такой публичный, но он всю жизнь работал на благо нашей страны, на благо нашей республики, нашего города. Ведь город, вот то, что построено, основная масса, это построено такими людьми, как Михаил Семенович.